Это будет невкусно пахнуть потом. У нас два вида. У нас центрифужный мед получается. Начнем с вопроса пчеловодства. Это мед, который собирается в любом регионе. Качество меда — это три важных фактора. Если кто-то хочет о качестве поговорить, это цветок, пчела и пчеловод. Цветок чистый, хорошая экология. Пчела здоровая. И самый главный фактор — это пчеловод, он играет над зрелостью. Я могу откачать мед через 20 дней и могу откачать мед через 2 месяца. 20 дней не сравнится с медом, который 2 месяца зрелости имеет. 2 месяца. Диапазон — это 3 месяца зрелости. Здесь цветки попадают. Садовое растение, цитрусовое растение, идет полевое разнотравье, белая акация. Это высший сорта цветков, только перечислил. Нежный по вкусу, легко усваивается. Померанец, такое название у него есть, у самого меда. Психомед, так вроде его называют, цитрус нервы хорошо успокаивает, если психи есть, так что мед для психов. Кто-нибудь имеет представление, что мед — это сладкая вода в цветке, это нектар цветка? Еще пыльцу можно у пчелок отдельно собрать. Есть перга, пчелиный хлеб, есть маточное молочко. Может, кто-то употреблял мед, в котором это все добавлено. У нас есть апитонус. Что такое апитонус? Основа — любой мед, в котором добавлено пчелопродукт. Пыльца, молочко, перга, любой пчелопродукт — это есть понятие апитонуса. Мы добавляем все. То есть у нас вот этот весенний померанцевый мед в чистом виде, как вы его видите, в пробнике, нету в продаже. Дегустация делается в чистом виде, потому что к нам много людей приезжают, а всем давать маточное молочко пробовать — это не получается так. В горшочках, где оно у меня разлито, идет из 100% массы, 90% чистого меда, 10% добавлено цветочная пыльца, пчелиный хлеб, перга и маточное молочко. Сочетание пыльцы, пыльни, маточного молочка и меда называется апитонус. Второй мед, самый главный, изначальный исток пчеловодства. Это вид меда, который называется сточный. Что такое сточный мед, поясняю. Дерево пиво вырезается сердцевина, подготавливается колода, дупло. Внутрь дуплянки не ставится рамочная система. Пчелкам подставляются палочки, чтобы какую-то основу имели. От начала до конца цветения пчелы мед не откачивается. Когда сезон подходит к концу, сбор меда производится вручную. Соты вырезаем, соты под деревянным распускаем. 7-9 месяцев зрелости у этого меда. 7-9 месяцев, что пчелы собирают. Это дерево каштан, липа, идет разнотравье близкие луга, это больше 200 разновидностей потенциальных цветков, ежевика, золотатый. Он такой терпкий, першит, горчинку дает, одновременно сладость. Попробую, дам, сами поймете. У него очень низкий процент сахарозы, он в среднем не поддается кристаллизации 1,5-2 года с момента его откачки. В среднем получается. Все горшки, где он разлит, воском обработано, сверху сделана восковая крышка. Ткань пропитана воском, запечатана как большая сода. И сюда не добавляется ни пыльца, ни перега, ни маточного молочка в чистом виде. Это уже борт, некий высокогорный бортевой мед. Все, больше медов на косяке нет. Два вида меда. По полезным качествам пройдусь, если его подобрать правильно. Кто собирается утром встать со стаканом теплой воды, чайную ложку натощак съесть на голодный желудок и каждый день по чайной ложке пропить его хоть месяц не при. От высокогорного бортника, если мы акцент на него поставим и его будем употреблять, лучшая польза — это ЖКТ. Каштаны желудка этому способствуют, желудочно-кишечный тракт улучшает пищеварение, восстанавливает микрофлору желудка. Хорошее свойство многих высокогорных медов, особенно темные такие, они хорошо разжижают кровь. Это плюс тому человеку, у кого давление скачет артериально. Гипертоник помогает балансировать. Для сердца хорошо, как для сердечного мышцы. Стенки сосудов делают его сечетря. Здесь железо для гемоглобина хорошо. И при обладании прополиса естественным способом это сильный антибиотик, язвы гостей помогает. Для поджелудочных будет полезно. Пропить мед нужно в чистом виде или с теплой водой смешать медовую воду выпить. Но не с горячим чаем. Нагревая его свыше 40 градусов, польза теряется. В холодильник его ставит, конденсат образуется. В сухом темном месте, как у меня, хранится длинный горшочек, темное место образуется, то есть лежит, мед с медом ничего не произойдет. Открыли банку, деревянной ложкой кушайте, металл натрясовывайте, металл окислите. Металл может вызвать реакцию кисления, структура меда рушится, если вы не сидите его за краткое время, а долго будете хранить, можете испортить пользу меда, он будет сладкий, но он бесполезный. Вот такая история. Так, для психов мед, который я вам говорил, цитрус, этот мед с пчелопродуктами в горшочках идет. Пчелопродукты где полезны? Ну, кто-нибудь употреблял пыльцу, допустим, Евгений? Хорошо метаболизм улучшает, обмен веществ, похудение способствует, для печени хорошо. Пыльца, цветка. Перга, хлеб чередный, кровеносная система. Это белок, аминокислоты, витамины, микроэлементы. Тот же самый эффект бортника.
перепровтраться не буду. Молоко полезно для давления, сосуды делают различные, кровь, варикоз рекомендуется, так что. Маточное молочко самое полезное вообще, из-за того, что я вам озвучил. Наши все микробы, 24 микроэлемента, 22 схожие в маточном молочке. Хиросима, радиация Японии, людям выдавали, чтобы людей организм очистить от токсин радиации. А есть такой продукт, апилат называется, лекарство, в составе маточного молочка. Это женщина, конечно, лактация после беременности, во время беременности, как говорят, вот. Трутневый гомогена в маточном молочке составит. Это мужикам полезно. Потенция. Косметика даже пишет, что давление молочка в целях омоложения кожи. Ну что, перебарщивают они. Мазаться не надо, его надо в бутылку потреблять. Там у медальки две сторонки. Красивый сохраняет красоту. Страшно, ничего не поможет. Хорошо. Молочко маточное, лучше, природное, без стимулятора. Я думаю, ребята, сильное, очищает, омолаживает. Короче, пыльца, берега маточное молочко, вот в тот момент добавлено, и чайная ложка натощак его съесть, и это будет полезно, то, что я вам озвучил. Не сказал, что всех вылечить, это полезно. Пропить надо, чтобы полезно было. Не взял банку, полбанки съел сразу, а сюда чайную ложку, со стаканом легкой воды, и каждый день по чайной ложке полтора-два месяца пропить. Не обязательно, невозможно, это посвящается тому человеку, который следит за своим здоровьем. Кто утром ставит стакан воды, допустим, а не чачу, чтобы проснуться чаще. Да. Лучше чаще, да? Так, закругляем.